Мы ожидаем, что по территории края будет сохраняться достаточно высокие температуры, усилится юго-восточный ветер. Особенно это касается региона Черноморского побережья от Джубги до Тамани и Азовского побережья. Там мы прогнозируем ветер до 12-15 метров в секунду, а в районе Новороссийска порывы до 20-23 метров в секунду. С усилением ветра, да, температурный фон несколько понизится, ослабеет. К концу этой недели мы рассчитываем, что через территорию края будет проходить фронтальный раздел, который несколько собьет все-таки вот экстремальную жару, но температуры ниже 30 все-таки, скорее всего, опускаться не будут. То есть это температуры понизятся до 32-34 градусов, но будут оставаться достаточно высокие, ближе к планке максимальных температур, зарегистрированных в нашем регионе для этого периода времени.